NIR Protocol – это безопасная блокчейн-платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для быстрой и удобной разработки децентрализованных приложений DApps. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Платформа была запущена в 2020 году бывшими инженерами Microsoft и Google, Александром и Ильей. NIR Protocol сразу же привлек внимание крупных инвесторов и был высоко оценен Виталиком Бутерином. Основатель сети Ethereum признал, что разработчикам удалось реализовать на своем блокчейне идеи, которые только планируются к запуску на Ethereum 2.0. Им удалось решить главную проблему большинства блокчейнов – плохую масштабируемость. По сравнению с другими блокчейнами, NIR невероятно быстро, дешевый и максимально простой в использовании. Создатели утверждают, что запустить собственное приложение на его базе можно за 5 минут. Платформа отлично подходит даже тем, кто почти не знаком с блокчейном, ведь получить доступ к приложениям на NIR можно просто пройдя обычный процесс регистрации. Скорость транзакций в сети проекта не уступает фиатным платежным системам. Время генерации блока составляет всего около секунды, а комиссии чуть ли не в 10 тысяч раз ниже, чем в эфируме. Токен NIR по праву можно назвать жизненной силой сети. Помимо стейкинга, он используется для голосования по управлению сетью, а также оплата комиссий за обработку транзакций и хранение данных. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Комиссии в сети зависят от сложности операции, но в отличие от многих других проектов, в NIR они минимальны. Кроме того, 70% комиссии сжигается, а 30% идет разработчикам смарт-контрактов. Такая механика предусматривает, что этот токен NIR может стать дефляционным. Правда, для этого нужно, чтобы сеть обрабатывала миллиард транзакций в день, а на данный момент их количество ежедневно достигает около 1 миллиона. Несмотря на такие высокие показатели, команда NIR уже разработала механизм дальнейшего деления шардов, чтобы сделать сеть еще более масштабируемой. Технология предусматривает 4 этапа, которые разработчики планируют запустить уже к концу этого года. Последняя фаза включает создание динамической сегментации, в которой число шардов постоянно меняется и регулируется в зависимости от загруженности сети. Протокол NIR работает на алгоритме консенсуса Delegated Proof of Stake, а также использует технологию шардинга, чтобы увеличить пропускную способность и эффективность сети. После его запуска блокчейн был разделен на 4 сегмента данных, которые называются шардами. Однако все шарды остались частями единого блокчейна, а подтверждение блоков по-прежнему участвуют все валидаторы, что существенно отличает Nightshade от других шардинг-решений, таких как Polkadot. При этом в блокчейн записывается только снимок текущего состояния каждого сегмента, а не все транзакции в нем. Каждый сегмент имеет свой собственный набор узлов валидаторов, которые передают состояние своего шарда всякий раз, когда генерируется новый блок. Подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена, там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.